Друзья, всем привет! В очередной раз я выхожу на связь для того, чтобы рассказать о последних новостях. Сейчас у меня в работе три проекта, но расскажу только про два. Первый из которых вот, открыт на данный момент. За него я уже пытаюсь взяться, наверное, целый год. Вот наконец-то я начал писать. По одной простой причине не мог найти вокалиста, кто споет эту песню, это будет кавер-версия. Вокалиста так и не нашел, поэтому будет инструментальная версия. Для начала включу вам небольшой кусочек. Хочу выяснить, узнаете вы из того, что услышите вот в этот промежуток времени, сразу этот трек или не узнаете. А потом уже все остальное. Давайте послушаем. Мне интересно, на данный момент кто-нибудь понял, о какой песне идет речь? Если да, то пишите в комментариях, что да, если нет, то нет. Ну и слушаем дальше, тут вы уже все сами поймете. Оля. Ну все уже догадались, да, это «Вояж-вояж», популярная очень, старая, но популярная песня. Вот здесь у меня возник вопрос. Один человек, мне близкий, сказал, что вместо гитары лучше подходит пианино. Так звучит гитара. Так звучит пианино. Вот насчет этого я и хотел у вас узнать. Что лучше, или пианино, или гитара? Может быть, даже совершенно другой звук какой-то, посмотрим. Так, это первый проект, я пока над ним работаю. Если мало ли кто-то захочет спеть эту песню, можно даже и на русском языке какие-то свои слова написать. Милости просим, обращайтесь, можно сделать. Так, и второй проект, он весьма интересный. Сейчас я его открою. Интересно тем, что он больше, наверное, похож не на трек, а на какой-то саундтрек к какому-то фильму, какому-то вестерну, может быть, даже, что ли. Потому что там довольно необычные звуки для обычных, для клубных треков. Ну, давайте вот послушаем. Начинается он так, извне. Дальше уже будет развязка. Вроде
перемотаю, чтобы долго не выжить у вас. Ну и вот сейчас самое интересное. Койоты такие, да? На заднем фоне. Да, вот как-то так. Пока у меня на этом мысли тоже закончилось. Здесь я, тут я работаю, буду дальше работать. Посмотрим там. Может быть, стоит все это убрать и какой-то вокал сюда подыскать. Спросить. Но мне, конечно, идея нравится, если честно. Такой он довольно необычный. Тут можно выступить как композитор к какому-то даже фильму, наверное. К блокбастеру какому-то, да, вот. Вот прям. А-ля Матрица 3, перезагрузка, если кто-то слышал саундтреки к этому фильму. Очень красиво звучат. Ну вот, друзья, вот как-то так, пока я хотел поделиться этими двумя проектами. Я повторюсь, есть еще третий. Но о третьем, наверное, чуть позже, а может быть даже в видео речи о нем не пойдет, а сразу я вам готовую работу продемонстрирую. Вот всем спасибо, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Материальная помощь тоже приветствуется, все ссылки будут в описании. Всем пока, до встречи.